далеко не новичок. В основном зелень везут из Узбекистана, Таджикистана. Там очень мало плодородных земель, большой дефицит воды. А зелень, она требует регулярного полива. Чтобы не использовать воду, то есть меньше ее использовать, для этого и применяют вот эту вот специальную химию, которая обманывает просто растение. Растение думает, что оно получило эту воду. И оно живет, оно не умирает. Агроном Кирилл Шохин уверен, без химии зелень тоже растет. Пусть и не так быстро, но это того стоит. Несколько лет Кирилл выращивает на своих полях только чистые овощи и зелень. Периодически проводит эксперименты, тестирует импортную и нашу продукцию. Вот это вот у нас голландский лук, а это наш отечественный лук. Вот голландский лук, он уже полтора месяца растет, но он даже не дал ни одной стрелки. А наш лук, он уже дал стрелку. То есть это свидетельство о том, что он натуральный. А этот, у него просто отключены рефлекторы старения.